четверг в Самарской области безоблачно и без осадков, потеплеет. Температура воздуха в дневное время плюс 5, плюс 8 градусов, ночью 2-4 выше 0. Ветер южный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 8 градусов, ночью плюс 4, ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 5 градусов тепла, ночью 4 выше 0, южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясный день, плюс 4 градуса в дневное время, ночью плюс 2, ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.